Всем привет. Извиняюсь, что здороваюсь позже. Я прошел, разведал местность и вот нашел два интересных самородка. Такого золотистого цвета, но на золото настоящее не очень похоже. А вот на кристаллы и вес такой средний. Тяжелый, но не такой, как у золота. Я думаю, это кристаллы пирита, такие огроменные. Посмотрите. Такие рваные вот они. Вокруг вот, ну, окатанные камни, видите? А это такие рваные вот кристаллы. Вот тут нашел первый кристалл. Давайте наберем песок. Посмотрим, нет ли тут алмазов где. Набирать, а то тяжелый материал. Ну их так не увидишь, алмазы. Их надо мыть, мыть надо. Они же в пыли. Так, ну вот я набрал. Посмотрите. Опа. Вот это экземпляр. Есть. А так и не увидишь. А теперь делаем вот так вот. К примеру, тут. Во. Раз. Два. Блестят. Смотрим. Во! Какой шикарный, а? Он более яркий такой, чем те даже. Они, видите, еще разные идут. Есть более такие насыщенные самоцветы, а есть не совсем. Эти более светлые, этот ярче. Вот этот вот очень хороший камушек. Но и эти ничего. Этот вот большой. Продолжаем. Набираем еще материал. Ну хватит. Давайте попробуем и посмотрим. Потому что земля тяжелая. Таскать ее не так удобно. Вот я промыл и ничего не нашел. Так, моем еще раз. Там вытянуть можно. Крупный. Делаем вот так вот. К примеру, так, сюда отойдем. Оп. И смотрим. Смотрим. Ёлки-палки.
Ничего себе! Вот это алмаз! Посмотрите! Ого-го! Вы посмотрите, какой он крупненький! Ничего себе! Вот это камушек! Черт возьми! За такой камушек не буду даже произносить это. Так, есть еще? Плохо видно. Иногда смотришь и не видишь. На самом деле алмазы трудно увидеть, они же прозрачные. Пока не вижу. Попался такой шикарный алмаз. Наверное, один. Больше не вижу ничего. Сразу убираю его в карман. Нет, есть. Посмотрите, во. Скатился. Они тяжеленькие, скатываются. По краям смотрите. Может, и тут у меня где выкатился так, а я и не заметил. Но смотрел вроде много раз. Когда переворачиваете, они по краям бывают. Оп. Еще один. Есть. Во. Вот он. Еще один алмазик. Три алмаза. Не заметил даже. Даже не заметил. От вот этого алмаза просто аж глаза разбегаются. Посмотрите. Черт возьми, мне такой крупный не попадался. Это событие. Не думаю, что каждый день такие буду находить. Шикарные камни. Ого-го. Вот это вот брюлик. Это точно кому-то на колье. Какой-нибудь красотки богатой, которая зайдет, и все попадают просто от зависти. Камушек уникальный, хорошая чистота. Можно сделать шикарное колье, просто шикарное. Богатейшее колье. Посмотрите. Вот это вот камень. Какая у него чистота хорошая. И блестит. Родной. И блестит. Я не могу просто. Вот это да. Принес я сюда эти кристаллы золотые. Но я думаю, это не золото. Такой драгоценный камень не стыдно подарить своей любимой жене. Или в крайнем случае любовнице. Секс будет до утра. Я вам гарантирую. Секс будет до утра от такого подарка. Правда, не все любовницы стоят таких денег. Но, тем не менее, мы же люди. Людей не надо оценивать по деньгам. Так что можно подарить. И какой-то богатый закажет этот камушек, сделает огранку и подарит. Или любимой дочурке, или любовнице, а может быть жене. Почему бы и нет. Шикарный камень. Шикарный просто. Посмотрите, как он переливается. Красота неописуемая. А вот эти вот камушки, ой. Я их не буду домой забирать. Конечно, хорошие, интересные камушки такие. Кристаллы. Да пусть тут лежат. Пусть тут лежат вот так вот. Покоятся с миром. Они мне не нужны. Видите, у них цвет какой-то. Это не золото, ясное дело. Сколько тут карат? Наверное, 100 карат будет. Вес огромный. 100 грамм где-то весит. 100 карат будет, короче.
Ну, с огранкой потом, карат 50-60 может остаться, он такой округленный. Очень хороший камень, я не эксперт в камнях. Я жду экспертизу, которую мне делают, я дал камушек такой. А пока намываю и никому про это не говорю. Разумеется, вы что? Я и так боюсь, за такой камушек могут за мной начать охотиться. Вот это камень попался. Богатейшее месторождение самоцветов таких вот. Видите, они одинаковые. Это же редкость, такие камни. Он сиреневый. Сиреневые алмазы. Сиреневые алмазы очень дорогие. Скоро я буду снабжать ювелирные магазины этими камнями. И красотки будут носить их. Кто-то на пальчике своем, милом. Кто-то будет ожерелье, как талисман, надевать на удачу. А кто-то будет сережечки красивые носить. Все это вот эти вот камушки драгоценные, которые тут находятся. Я просто не могу нарадоваться находкой. Посмотрите, блестит. Шик, просто шик. Все женщины просто с ума сойдут, когда увидят, какая красота. Красота она и в Африке, красота. Ну и вот камушки восхитительные просто. Что тут говорить? Вот этот прекрасно на колечко кому-то. Посмотрите. О-о-о, какое кольцо будет шикарное. Потом все заметят это, все увидят. Вот камушек на колечко кому-то. Или два камушка после обработки на красивые сережки такие. Или все камушки потихонечку обработать и колье. Шикарнейшее просто колье. Можно с одним сделать как талисман, вот с этим камнем. Но это будет стоить очень дорого. Такое себе позволят только богатые. Ну и я, конечно, я позволю. Я имею в виду, что могу для себя сделать огранку этого камушка и подарить кому-нибудь. Всем пока!